Необычный выставочный зал площадью всего 18 квадратных метров. Диорама боя – это воспоминания о той войне. Ветеран-афганец Анатолий Вдовенко год назад обратился к моделисту Руслану Шилову с просьбой воссоздать сюжет одного из исторических эпизодов. Здесь у нас граница Советского Союза. Мы решили сделать так, чтобы у нас было несколько сценариев, несколько сюжетов. То есть обязательно автор хотел БТР показать, ГРАД показать, автомобили, наступление на Кишлак. Также, если там обратить внимание, там есть пленный солдат советский. Многие не верят, что эта работа сделана вручную. Кишлак был построен первым. Более полугода ушло на сбор моделей, броневиков и различной техники. Для меня это хобби, для меня это патриотизм. Таким образом я показываю свою патриотическую сторону. У меня с детства, возможно, это было как-то вот заложено. У меня отец всегда смотрел военные фильмы. Память. В ней главная суть мероприятия 15 февраля, ежегодно собирающих людей у сотен мемориалов. Для ветеранов митинг – это повод вспомнить военную молодость и встретиться со своими боевыми товарищами. Вячеслав Ермолаев, ветеран афганской войны, в этот день в тысячный раз рассказывает журналистам о войне, которая стала частью его личной истории. Задачи были недопущение проникновения, бандформирование, наркотики, оружие, караваны, сопровождали боевое охранение колонны. Их истории похожи. Это истории молодых советских парней, на чью долю выпало выполнять интернациональный долг в тысячах километров от родины. Алексей Комков служил в саперном батальоне 8 апреля 1982-го, впервые принял участие в боях. Говорит, ярче остальных запомнился момент, когда приезжали в афганский город и люди вышли на улицу, бросали на БТР цветы и благодарили. Где-то месяца три нас там подготавливали, тренировали, чтобы мы привыкли к климату, как бы. Потому что приехали, жарко, сразу у кого-то уши обгорели, у кого-то еще что-то. И начали нас по горам гонять. Руководство региона, правоохранительные органы, коллективы предприятий, молодежь и, конечно, ветераны-интернационалисты. Почтить память погибших и возложить скромные гвоздики к мемориалам в эти дни пришли тысячи людей. В нашей школе часто выступали ветераны боевых действий в Афганистане и рассказывали об этом, что вывод советских войск был самый сложный в это время. Поэтому молодежь должна помнить, чтить и вспоминать этот подвиг. Еще одна традиция появилась у гомельских афганцев совсем недавно. Акция «Зажги свечу памяти» вот уже несколько лет проходит в часовне, освященной в честь Александра Невского. Она хранит память о всех воинах гомельской земли, павших на полях сражений. Городская организация, наши патриоты, как говорится, комсомольцы, делают, объезжают все кладбища вместе с нашими афганцами, вот, и делают на кладбище, где похоронены воины-интернационалисты, QR-коды. То есть приходишь, нажимаешь, и там полностью автобиография, там полностью, где воевал и так далее. Митинги прошли по всей области, в Лельчицах, традиционно на братской могиле. Мемориал в Хольниках также собрал много людей. Цветы к памятнику, безграничное уважение героям за их подвиг. Как известно, это нужно не мертвым, это нужно живым. Анна Кустачева, Игорь Марищенко, Новости недели.